Сколько счастливых пар могло бы получиться, если бы все несчастные распались? Вот как-то я услышала такую фразу и удивилась, насколько она мудрая и правильная. А ведь если на самом деле ведь можно было бы взять вот волшебную палочку, взмахнуть ей и в миг вот все, кто несчастные, вот эти пары бы распались бы, потому что они существуют по непонятным причинам. Кто-то из-за денег, кто-то из-за квартиры, кто-то из-за детей, кто-то из-за мамы, кто-то из-за родителей, там, кто-то из-за этих начальников, карьеры, должности, не знаю, там. И вдруг стали бы все счастливы, нашли бы все свои половинки, с кем им действительно хорошо. Вот кругом были бы сияющие от счастья люди, на которых хочется любоваться и улыбаться им в ответ. Но в реальности такое, конечно, может быть, произойдет, наверное, но не так сразу. Да, устоявшиеся отношения – это какая-то зона психологического комфорта, и очень многие не готовы их разрушать. Да. А есть причина и материальная, и дети. Вот что касается детей, это, наверное, единственная причина, где я соглашусь, потому что тут детям нужны два родителя, хотя тоже вопрос спорный. На самом деле, когда дети живут в семье, где родители несчастливы, они все это смотрят, все это видят, и всю эту ложь. И если иногда даже родители, дети уже просят, ну там мама, папа развелись бы уже тогда, и каждый бы нашел себе какую-то счастливую половинку, да. Но часто все эти три причины, тем не менее, да, психологический комфорт, материальная составляющая и то, что мы прикрываемся детьми, да, это на самом деле взаимные манипуляции. Манипулирует либо один, придумывал себе какую-то сказку и благие намерения сохранения семьи, тем самым не желая что-то менять в своей жизни. Бывает и вдвоем, бывает, что кто-то сохраняет таким образом насильно семью, всеми способами, да, просто боится одиночества, боится что-то поменять. А да, может быть, кто-то узнал себя из вас в таком манипуляторе и скажет сейчас, ну я же люблю, а разве... Разве любовь допускает ваше счастье ценой несчастья другого человека, которого вы держите? Вы любите, а он вас нет. Да, бывают такие случаи, когда рассказывают, вот неверный муж ушел к другой, и надо его возвращать. А вдруг это любовь, вдруг это та самая у них любовь, и что вы его как на поводке приведете домой, заставите сидеть дома, и он будет каждый день несчастен с вами, а тоже как-то. Все это вот мы хотим кого-то вернуть, кого-то привязать ценой того, что человек этого не хочет. Это у меня вот такая сегодня рассказка получилась. И это и при том, что я говорю, что я всегда за сохранение семейных пар, за сохранение семейного союза, за сохранение любви. Да, это так. Да. Но в том случае, если пары на самом деле любят друг друга, да, если чувства есть, если это какие-то другие, какие-то корыстные цели, что-то еще, наверное, на самом деле просто тогда лучше проявить честную позицию и
И сколько бы счастливых пар могло получиться, если бы все несчастливые распались. Вот на этой ноте хочу завершить. С вами была Надежда. Пока-пока.